Больше 200 детей обучаются в творческих мастерских музейного центра в Якутске. Он сотрудничает со школами города, в том числе с коррекционной и реабилитационным центром «Особый ребенок». Сегодня учащиеся представили свои работы на выставке «Юные мастера» в Национальном художественном музее. Все картины очень эмоциональны и наивны, привлекают своей неординарностью мышления и свободой выражения. Выставка продлится до 11 января. Для ребенка это шанс показать свой талант, как говорится, и для него это опыт именно в выставочном деле. И, естественно, вот за все 4 года очень много работ, все работы очень разные, каждый ребенок он проявляет свой талант по-своему, и каждая работа имеет свое волшебство, можно сказать. Каждая работа, она отличается и цветами, да, техникой наложения красок, и в целом это индивидуальная работа каждого ребенка.